В общем, друзья, всем привет. Витька, поздоровайся со всеми. Всем привет, ребят. Вот, в общем, прибыли мы с Виктором на болото. Вот на такое вот здесь были на открытии. В темноте, правда, ушли не сюда. Но, в общем, попробуем. Сейчас постоим, постреляем. Значит, с чем мы сегодня охотимся? Сейчас с утра мы чучела не будем ставить. Надо мне патрончик. Вот так. Я буду стрелять сегодня вот такими патронами. Попробую. Мекка. Это, ну мне так по ощущениям это то же самое, что и стерлинг, только метка. Так, патрон, значит, семерочка, 32 грамма, вот такой вот. Ну посмотрим, сейчас постреляем, как зайдет, не зайдет. Я, друзья, люблю стрелять вот семерочкой, вот такими патронами, 32 грамма в контейнере. Так, ружишка, значит, у нас сегодня будет следующая. Берем Бенелли 2. Значит, на бинельку я поставил вот такой вот прикладик. Попадучий я называю. Ну, в общем, вот так вот. И вот здесь вот у нас еще шоткам будет. Сейчас вот будем писать шоткам. Ну, посмотрим, что получится. Вообще, то есть снимать буду, друзья, сразу за 2 дня. То есть, что вот наснимаю, как получится, получится. И так вот, там, мы не будем делить утро и вечер. В общем, всю охоту вам покажу. В конце покажем результат. Все, друзья, смотрите, не переключайтесь. Анька, здорово. Короче, тут все Любино, весь город. Держу нормально. Там тоже ваши, да, стоят? Да, это Костя с гимбетом приехал. Ну, я постоим, посмотрим. С утра, может, этого махокрыла, чучела сюда, что ли. Ну, сейчас посмотрим, как летает. Да, это... Посмотрим, что кого. Пробуем, пацаны. Еще ближе, ближе, ближе. Готовьтесь. Готовься. Огонь. Есть. Красавила. Снимай, снимай, Макс. Снимаю, Витя. Ну, нормально. Чуть-чуть подтянули. Сань, ты стрелял? Нет. Мы раздуплили. Но мы с тобой... Ну, молодец, Витёк. Красиво. Ну, молодца, Витёк. Давай, Сань. Вот и вторая была. Ну, я ждал, пока вы начнете стрелять. Ну так все, блядь, как-то высоковато все равно, да, все? Слышно? Но мех-то не хавает у меня вообще. Опять же, тыш. Не перезаряд. Как слабовато. Разворачиваться, готовься, Витя. Туда пошли. Витёк, разворачиваться. Че не? На чучела. На нас идут, Витя. На посадку к нам идут. Витя, готовься. Готовься, Витя. Есть! Есть, 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 одна, Витя. Ага. Ага. Ломает, смотри, будем бить, Витя. Блядь. Ой, красиво как. Смотри. Разворачивается, Витя. Витя, готовься. Есть две. Ай, как красиво. Серые шейки. Стой, стой, стой. Куда, ёб, Макарёк? Витёк,
меня патронов нету просто, прикинь. Серые шейки. Еще стая заходит. Витя. Да, да. Еще стая заходит. Серые шейки. О, все, я нашел уже. У меня патроны кончились. Я стреляю, я выше стреляю. Нифига не с такой высоты на чучела к нам. На чучела. Две серенькие. Еще одна. И там еще одна. Вон там. Ну вот утрешняя, которая. Так, где что, где корыто? А тут скородок, что ли? Что это? Или гнезда? Прикольно. Вот это наша высота была. Наша высота была. С такой высоты они. Короче, это стерлинг возьму, пятерочку попробуем, постреляем. Высоковатка, утка идет. Но вот эти классно, они нам отозвались прямо на манок и на махокрыло, видишь? Хорошо. Манок, махокрыло, видишь, увидели чучела. Прям в чучела шли. В общем, ладно. Сейчас развернуться. На чучела, смотри. На чучела сейчас. Блять, ворона, сука. Сейчас развернуться. Готовься. Готовься, Витя. Ну этих надо, нам надо этим бить. Готовься, Витя. Есть! Есть, 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 есть. Ну я в одну. Ты тоже взял? Отлично, братан. Отлично, братан. Пятерочка. Хорошо на чучела зашли, ребят. На махокрыло. Опять серяк центром битый. А нет. Шило. Шило хоть. Ой. Ну, чучела, видишь. Готовься, Витя. На чучела. Через нас пойдут. Все, готовимся. Готовимся. Ближе, ближе. Витя, блядь, поторопился чуть-чуть. Чуть-чуть не дотянули, чуть-чуть поторопился. Меня глушанул, блядь. Они от нас, не на нас, на нас. Не буду ничего делать. Готовься, Витя, только не торопись, блядь. Ага, смотри, смотри за ними. Смотри. Витя, бей, бей. Есть. И одного я взял.
Давай, иди, забирай. Забирай, забирай, блядь, видал? Забей его, что ты? Сейчас убежит. Ну? Витя, ты над ним стрельнул. Добей его, чтобы не убежал. Сейчас убежит, Витя. Да, блядь, патрона жалко, а. А нет, это не ворона. Не ворона же, да? Нет ворона. О. Есть нам. Чуть по перину засадил. Ворону надо уничтожать. Блять, вот этот. Ну того надо подбирать. Где он? Где-то слышно. Вон. Косорылый, блядь. Ага, забираю его, Витя. О, и он еще стоит. О, и вон еще стайка. Что? Опять прекрасный результат. Правда, с нашей стрельбой. Чурок-свистунок. Да. Кое-как мы воробья вышибли. Косые, Витя, косые. Ну, в чучела сели прямо вот. В чучела один села и на облет пошли, блин. Ну, классно. Пока классно. Все стаи, которые заходят, они идут к нам. То есть стоит простой махокрыл. Чучела вот я накидал, там одно надо, кстати, Витька, потом пойдем поправим. Вот. И все, все идет через нас. На нас идут. Витя, готовься. Готовься, Витя. Готовься. Готовься. Ближе, ближе. Бьем. Есть. Есть. Две я взял. Я две взял. Молодец. Давай, фух, две штуки. Долго. Долго. Надо покурить. Покурить, да. Две, две. Одну комом, одна вертолетом. Одна где-то здесь, Витя, да? А где близкая, которая? А, вон она, все, вижу. Комом. Серяк! Серяк, друзья, прет. Вот, с тайками. Есть. Витя, нашел? А? Есть тоже серяк.
Серяк или шило это? Это шило. Шило, шило хвости. Ага. Табуны идут. Смотри. Давай я кого пропустил. Он крутил. Друзья, ну что, вот охота идет, блин. Прет шило хвость. Табунами прямо. Серяк. Шило хвость, серяк, прямо не знаю. Сегодня у нас 7 августа. Ой, какой 7 сентября сегодня, да? Но. Просто утка прет. Вот мы уже наваляли немножко. Какой 7 сентября сегодня? Что, утка уже, смотрите, какая, друзья. Уже почти что выходная. Видите, из пеньков шило хвость. Но худенькая, еще ей надо подрасти. Ну и вообще, Виктор, что, мы сейчас с тобой поедем. У нас весь день впереди. Блин, погода, друзья, просто зашибись. И я думаю, мы с тобой поедем и... сейчас еще грибы посмотрим. Да, грибы. И наберем обязательно детям кукурузы. Это точно. По любасу. А потом где-нибудь остановимся, что-нибудь сварим, поедим и там дальше посмотрим. То есть вот так вот у нас странствие такое будет. Небольшое. Сейчас опалим. О, ну хорошая. Дальше какая. Да? Ага. Хорошенькая. У меня тоже неплохая. Да. Ну вот решили, короче, с Витьком сразу потрапезничать. Взяли такую вот тушеночку. Сразу сейчас чистим, сварим, поедим. И потом только поедем за грибами, за кукурузой. То есть вот классно, вообще, ребят, классно, супер классно. Погода наша тоже вообще ништяк. Что, друзья, решили с Виктором кукурузки поднарвать немножко. Она вон уже вся спелая, уже, мне кажется, даже переспела, да, Витя? А, вот помолочнее будем брать. Ну-ка, что там, глянь. Во. Вот сам АТ, вот такую вот берем. Вот такую. А ты, может, не надо обдирать, она не высохнет. Дома обдерем бату, нет? Так, маленько ее. Ну давай, ладно. Ну на, вот так вот это. Не знаю, да. Вот уже. Да, она ее везде, ее чую. Все, она поспела уже. Вон, я дома места. Вот смотри, Витя, вот они грузди, видишь? Но. Вот режем. Вот, видишь, это поляна. Видишь, я тебя сразу на грибное место привез. Сухой грусть. И еще надо смотреть. Вот так вот. Я разрывал в тот раз. О, видишь, ну, подрезай вот это. И вот смотри, вот они. Смотри, малыши. Да. Малышей только не подави. Вот смотри. О, он уже, видишь, проклюнуться не может. Ну вот, он не может проклюнуться. Ну, вот так вот. Смотри, вот он. О, смотри, как Витька. Не может он вылезти. Вот здесь сама... Собирай эти, бери мои. О, видишь, целый, но я его, блин, выкопал. Неаккуратно его выкопал. Вот так вот. Вот они, видишь, поляна. Вот смотри, вот они. Собирай, Витя. Засолишь потом на охоту. Видишь, они какие уже рваные. О. А, уже порвался. Ну, вот так вот. И вот я тебе сейчас еще одно место покажу хорошее. О, это чисто, я здесь всегда грузди собираю. Сухой грусть, он всегда в одних и тех же местах, видишь? Вон, тут, вот он, вот это. Ну, хороший прямо. Ну-ка. Вот это, Витя, нормально вообще, смотри. На, держи, тебе. Пускай твой кулек мы собираем. Ну, здесь, знаешь, как. Где-то мы собираем. Не, собирай. У меня теща уже посолила. Собираем, сейчас тебе нашкребем тебе побольше. Вот это, ну это уже понятно, что он уже никакой. Обычно сразу со свежими я разрывал, там еще столько. Тут грузи, вот даже идешь после кого-то ищешь и всегда еще найдешь. Ну вот такой вот, да? Ну-ка, Витя, покажи его. Вот. Еще копай, еще будет. Вот, смотри, вот здесь вот еще. На вилочку его, да, на засолочку, да под рюмочку-то, а? Да, ништяк. Вот этот, вот смотри, вот они маленькие, вот смотри, да. Вот он, ну-ка его на каемочку с вилочкой. Давай, рубай. Видишь, какое место эти? Вот, три их. Еще два. Нету больше нигде.
Закапаем, да? Ой-тих. Ну-ка, рубани. Видишь? А все льют куда-то в лес. И вот сейчас вот здесь вот, и потом туда немного пройдем еще. И все. У тебя будет ведро уже груздей. В общем, видите, показываю свои грибные места. Видишь, здесь уже кто-то косил. Вот. Делюсь с ним своими секретными местами. Мы, то есть, далеко не ездим. Я уже точно знаю, куда надо. Что там, Витя? Отсюда вижу, что-то есть. Вот, копай. Вот он. Вот он, бугор. Только, наверное, уже переспел. Видишь, он проклюнуться не может. Может, с ним малыш есть. Малышей рядом нету. Два, ну. Ну. Пойдет. Ну, вот такие прям маленькие-маленькие рядом, знаешь, копаешь. Прям вообще такой кайф. Друзья, смотрите, Виктору какое место показал, это по-моему. Это ну, вот, вот они, все, режь. Это опята. Прямо гроздями режь, сейчас еще найдем. Я их отдельно. Ну, отдельно давай. Юбочек нету. Да это опята. Вот. Не опята, опята, я вижу, по шляпе, вот они. Шипунник колючий. Юбочек. Да, 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 не, нормально, нормально, бери. Вот все, вот их мариновать, Витя, надо. Это на, а вон смотри, еще, смотри, вот еще. Ага. Вот сейчас еще подрежем, смотрите, вот еще опята, видите. Нифига себе, мы на опята нарвались. Ну, видишь, опятный год. А до меня их тут кто-то все время рвал, понимаешь? Нет. Сейчас еще тебе место это покажу. Юбочка. Давай, скоси. Это же не та юбочка. Не-не-не, это все, это опята. Это наоборот с юбочкой должны быть. Без юбочки это поганки. А у тебя с юбочкой наоборот. Это прямо рви, собирай. Коси. Уток настреляли, грибов насобирали. Прям подрезай под корень их и все, их прямо горстями так. И вот самые маленькие, это вот эти вот прикольные, вот они на засоку. Ну их ведь мариновать только. Ну, их отваривать. Во. Угу. Знаю, как он там. Ну посмотри, ты замаринуешь. Там тоже подрежешь. Кучка, видишь, выросла. А что, их самое кайф опята собирать. К березе подошел с резом. Да, с мешком подошел. Они вообще мешок. На пеньках-то обычно на комбе. Ну, здесь тоже, видишь, такие вот. Ну, и старая береза. Старая. А, конечно, все. Ну, старая, видишь, она вот уже без листьев береза, это, грубо говоря, уже пень. Это пень, но. И здесь тоже вот они тоже выросли. Вот, видите, уже, ну нету листьев, все уже. Гнилушка. Ну. Как резать нахуй мне. Видите, как минер боится их. Режь, коси их, во. И мешками их там вон. Там вот только маленькие, только не упусти. Во, Витька. Витька аж затрясло. От радости. Да не затрясло, но это оно. Ну волнуйся, столько. Попереломать их. Столько грибов сразу. Ну. Я еще знаю, где лисички, ну ладно. Обойдемся сегодня только опятами пока и это. И. Слишком много мне работы нахрен. Да, не говори, еще уток вещи. Обработать. Да, уток обработать. И обработай. Да. Витя, ну тут без 50 грамм, не, без 100 грамм не разберешься. Да. Фига он, видите. Маленький тоже бери, самое главное маленький. А то он поганки там, да, рядом? Ну, это поганка, я ее вон откину. Да, режь, только не поранься об этом, шиповник. Вот и поганки, заодно с ними растут. Ну что, друзья, вот остановились, чаю попить. Я думаю, Виктор, грибов ты, это у тебя ведро опят получается, ведро груздей. И сейчас еще Витьку завезу, еще будет. Еще ведро груздей насобираешь, но грузди, не знаю, как другие грибы, но грузди будут, сухой грузь будет. В общем, сейчас пью чай, ван-чай, и продолжим дальше наше путешествие. И еще заедем мы на речку, еще попробуем стрянуть еще уток. Чупоничек такой вот тут собирает. Хороший. Надо. Ну, сидим. Видите.
сверху. Сейчас три крикоша у тебя сидит. Попробуем здесь. Еще там место есть тоже утиное. Короче, попробуем сейчас подхода. Сейчас постреляем. Я посадил одну вон, а видишь? Есть. Что, надумал, что ли? Не, все готово. Одну я гриль. Держи. Смотри. Что? Не, нормально. Вот так вот, видишь, какой плюс. И уйдет? Да не, она уже, по-моему, все. Точно? Че? Все, теперь все есть. А мощи нету. Ее сейчас ветром туда. Все. Вот сейчас он задрыгался. Блядь. Все, дергается. Сейчас попал по голове. Ну вот, я его сидячего сразу зацепил, а потом сложно так добить по воде. Расстояние где-то вот 30 метров, где-то, ну, около 30. Вот. Добивать очень сложно. Ну, а что, я тоже искупался уже, что? Ну, покажи. Ну, а ты видел сколько? Зато новое место узнали. Новое место, друзья, узнали, в общем. Да, сейчас посмотрим, я с горы посмотрю. И здесь вот тоже, ты видишь, ты увидел, и вот они по протой. Но я не видел, чтобы отсюда поднималось. Вот он уплыл сюда. Наверное, перелетела она. Но... Может быть, перелетела. Вот так быстрым ходом. Друзья, вот сами все видели, как бы один подход был реализован. На черка 4 патрона, или 5, Витя, 5. 5, по-моему. Вот, налились, короче говоря, вот смотрите. Налились вообще капец. Ну ладно уже. Зато ноги помыли. Да, ноги помыли. Вот. Чевитка тоже налился, да? Костюм черный, да.
Да, Витька налился, я налился тоже. Да воды-то вот так. Да. Воды вот так, а по колено жижа. Ну. Че, друзья, мы поехали опять все вот сюда, вот прямо вот, вот здесь вот река. Вокруг нас крутится. Ну, ну, сейчас будем пробовать брать, короче. Он так самый нарывается. Все, погнали. И вон стоит уток, далеко он там. Погнали, Витя. Все, этого мы должны взять. Это река же селезень. Страшный, то мы его сейчас возьмем. Помню, где он сел, да? Здесь тоже есть вот такая речка, водичка. Есть патроны? А? У тебя есть патроны, видать? Ну. Заряжай опять что-то. Да, да, заряжаю я сейчас. Не помню жопу, сука, с тем самым. Ведь козло же. Я здесь, сука. Как здесь, не вроде. Так еще возьму. Я тоже думаю на запас. Все, я пятерка сейчас будем брать. Все, пойдем. Ничего не забыли. Идем. Ах, Витька, молодец! Сука. Молодец, Витька! Разряжай. Разряжай. Иди. Вот так вот упал. Всем молодец. Держи руки. Красавчик. Махнюка, я тебе, блин, отомстил. Уже помотал. Аккуратно, Витя. Пойдем, ищи, искать будем. Ты по пояс переходил, да? По пояс. А? Блять. Нет, а по яйца. Нашел? Нет. Ого, вода холодная, бля. Так, попробуем. Вторую собаку на поиск запустим. Видишь, он здесь сидел. А, да, найдем. Просто далековато ты ушел. Где-то мы его прямо на взлетной полосе. Щелкнули. Ну, он замертво упал. Хо-хо! Кряк! Крякаш! Ты мне говоришь, левее, я правильно пошел. Да? Но. Ну, ты говоришь, левее, я голову поднял, я чуть-чуть не дошел. Че, крякаш? Крякаш, крякаш. Самка. Самочка. Или красной лапой. Ну да, зеркало, крякашик. Ну все, Виктор, молодец. Все, форсируем обратно. Ты говоришь, по колено тебе. Мне по яйца тут, я, у меня патроны просто в этом. В кармане. Ну еще купаться можно. Еще терпимо. О, я футболку намочу. Не, ну здесь надо штаны снимать сейчас уже. Машину такие мы не будем садиться. Это точно. Без штанов ехать. О! Ну вот, две с подхода. Штаны помог. Ну. Надо выжить. Да, да. Так,
Спускаемся. Вода черная, блин, была бы чистая еще. Болото. Ладно. Чуть не дошел. Ага. Я прям. А мне почему? Все. Ну, но. Все, там, идем там, дальше. Я еще. О, штаны постирали. Давай еще. Круче, чем центрифуга. Друзья, ну теперь наконец-то таки все. Все, да, Витя? Теперь все. Женя, оружие не будем складывать. Все, едем теперь точно домой. То есть вот такое у нас получилось с Виктором приключение. И кукурузу набрали. И с подхода походили. И грибов набрали, в общем. Вот так. Все, друзья, всем пока. До новых встреч. Пока, ребята. И всем удачных охот. Все. Всем до свидания.